Жуткая трагедия произошла сегодня в 12 часов ночи. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы завтра утром оставаться в курсе свежих новостей на нашем YouTube-канале. К нам пришла рано утром ужасная новость. Многие до сих пор об этом не знают, но мы спешим с вами поделиться этим печальным известием. Для многих из вас российский актер Борис Каморзин является легендой. К сожалению, сегодня в 12 часов ночи Борис Каморзин недалеко от своего дома был избит и ограблен неизвестными лицами. У него пропал мобильный телефон, золотое кольцо и большая сумма денег, которую Борис Каморзин получил в качестве гонорара за съемки в фильме. Скорее всего, как говорят сотрудники полиции, кто-то знал, что именно в этот вечер он понесет такую крупную сумму денег с собой в портфеле. Сейчас Борис Каморзин находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Его состояние крайне тяжелое, говорят медики. Вся страна молится и надеется на то, что с ним все будет хорошо. Полиция занимается поисками преступников. В любом случае, друзья, поддержим Бориса Каморзина. Будем надеяться на то, что все будет хорошо. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. До скорой встреч. Будьте всегда с нами.